Отличненько. Осталось вспомнить, что мы делаем. Вернуться к Атикусу и отдать ему. Пойму, куда он меня ведет. О, пока можно вознаграждение получить. И так, броня. А мне бы оружие усовершенствовать. Где оружие назад? А, это кто? Это новое задание можно взять? Бла-бла-бла. Карлоны, блин. Прикольненько. Джен 9. H2O. Прикольный. Рекомендованный уровень 17. Я уже 18. Теоретически можно справиться. Но пока что лучше сдать то, что мы хотели. Что с оружием делать? Нужно продать. А деньги понадобятся на такси. Жень, привет. Да, я вообще надеялся пройти ее немного быстрее, чтобы потом уже другими вещами заниматься, но что-то как-то быстро не получается. Попробую сейчас позаниматься всякими усовершенствованиями. До МК-9 мы ее не поднимем.
густой, зато это, блин, неплохо. Энфорсер можно было тоже поднять, если бы у меня были запчасти. У меня их явно не хватает. Командер Энфорсер. Сейчас надо пойти пострелять. Ну, четверг пока нормально, там если Алексей даже припоздает, но я думаю, все равно лучше игру провести и не париться особо. Так. Фига себе, я совершенствовал. Они что-то самонаводящиеся у меня стали. Неплохо так. Да иди ты нафиг. Издеваетесь, да я тогда просто на такси бы туда доехал. Офигеть, куда он меня тащит? Где, блин, этот татикус? Качалки, по-моему, был. Ну, насчет перепрыгивания с третьего на пятый не могу тебе сразу ничего сказать, к сожалению, потому что там, ну, не так-то просто окажется немножко адаптировать приключения. Что будем делать, ты в каком смысле имеешь в виду? Так, ребята, троник. А что ж такое-то? О, можно сдать опять. Ну где эта качалка, а? А вот качалка.
Отличненько. У него еще на работа есть для меня, что ли? Короче, ему опять надо что-то притащить. Окей. One more rep. Жень, посмотрим. Надо создать нормальный чардинг для него будет, куда я импортирую просто заклинания и эти действия. Вне боя тоже что-нибудь придумаем. Ну так, чтобы совсем имбу не делать. Так что-нибудь решим. Уровень 5. Steam Town. Где Steam Town? Ладно, Steam Town как-нибудь потом. А это куда? Раздев. Ой-ой-ой. Корп зон. Ну. Не, нафиг, пока подождем. Тогда уж по главной миссии можно пройти. А где Кира это должна быть? Она в клубе сидит, что ли? О, точно. А это кто такой? Байкор. There you are. That head you brought us held a few info gems beneath multiple layers of bullshit and surprisingly aggressive ice. The Ascent Group contracted Onyx Void to smuggle prominent scientists and exotic materials from all over the sector onto Vela. All of it tied to a secret project. You must find those scientists. We dug out a potential lead from the head, a Sapiens female named Laura Lanier. The Ascent Group personnel files list her as a Class 3 HR manager, but her contact info has been irretrievably purged. She received a surveillance probe showed Lanier frequenting several establishments in Stimtown. Oh, I bet Stimtown. Talk to the bartenders and regulars there and see if any of them know more of her current whereabouts. Find Lanier and questions. Keep us updated. Отлично. Возвращаемся в тот же Стимтаун. Так, мне надо на такси, на метро. Короче, вниз надо бежать. Так. Блин, опять что ли в сиренице бежать? Жень, я понял. Придумаем что-нибудь. Насчет прыжка на через уровень не знаю. Но посмотрим. Так, это другой клуб. Что он мне хочет сказать? Well, if it isn't my former handyman, come fucking rockstar.
Oh, the sweet irony. Here you are, two-timing as a damn CGT operative for whatever mystery corp that sly of foreign represents, and you can't even get into Stimtown for a stiff one? You've come a long way, but you still depend on me, huh? Well, you're in luck, because I need an errand runner. There's a bartender named Spice over at the loading bars expecting a delivery from. They don't like to admit it, but most of the proprietors over there depend. Now, this delivery would be frowned upon if it was discovered, but it'll get you through the lockdown. I have an arrangement with a guard named Wharton. Let him know I sent you and get the package delivered to Spice and you'll have your exit. And remember, you owe me. Now get out of here before I lose my appetite, you backstabbing bastard! Не очень он обрадовался, что мы теперь работаем на вновь непонятно откуда появившуюся Вайкорп. Зато... Get access to Steam. Так, и чё? There's a guard named Wharton who apparently owes Spoon. Отлично. Если бы я еще знал, где находится этот Steamtown. Warrens, Grinder. Nitro, Gratitude. Так, High Street. Corpson. Deep Sting. О, нет, это не то. Warrens, High Street. У меня больше ничего нету. Вон, хоть в ладно, на метро можно попробовать попасть. Где метро-то, блин? Черт, я туда уполз. Блин, нет, не могу я. А на такси? Офигеть. Короче, своим ходом туда. Ну такое себе. Суть это потому, что написано в лоре, в Пентауне вообще бешеная преступность. Ну, опять начинается. Ну, кто тут меня ждет? Тут такси почему-то летают. Давай, до связи. Там надо будет еще ближе к четвергу протестировать видеосвязь через новую штуку. Платформа. Взламывается, ладно. You really don't want to upset me.
Steak Boss Poon. Again? Fuck. I've paid my fucking dues to him 10 times over already. Don't ever indebt yourself to a jack-o'-lantern. Oh well, come on through. And let that bastard know I've had enough of his favors. I'm giving you permanent access, so I don't have to bother. О, прикольно. Доступ к кодексу прикольненько. Окей, я внутри. Где этот Стимтаун-то? А, вот он. Так он на трущобах, на уровне трущоб все равно. Прикольно. Это что, три точки? А. Side mission. Corps on. Тут можно и побочку сделать. Вот так вот. Хотя непонятно, если здесь хоть такая высокая преступность, почему у меня зеленая зона подсвечена? О, клуб Бешник. Кто задание это сдает? С кем тут говорить? А, внизу, наверное. Ну ладно, пойдем разбираться. Кстати, а какой уровень задания? 18-й. Окей, ну можно попробовать. Блайван. Блин, да прямо Макгрегор какой-то. О, Стимтаун. Так, ясно. С оружием тут вообще да, тут пляк. Зато сундук открыли. Да, обратно вышел, что ли, я не понял. Давай.
Что за ствол? А у меня такой, знаешь, тоже был. А, вот. Можно избавиться от этого чувака. Тот парень. О, 28 уровень. Ой-ой-ой-ой. Нет, вообще, короче. Термоядерная штука. Короче, надо Мерле найти. Взломать надо будет что-нибудь еще. Короче, надо будет. Салмон. Боузман. Ладно. Такое себе. Да, 20 уровень. Блин. Ничего себе, где? Тоже кластер 13. Сплошные рестораторы, блин, компот. Так, где ящик? Вот ящик. Хотя бы так. О, компонента. Как тебе попасть? Basic component. А, вот он, окей. Счастье можно врубать. Какие миссии в Стимтауне? Седьмой нет. Ой, да что ж такое? Корпзон не то. 23-22. Все. Что-то забыли. Отправляемся по главной сюжетной ветке. Ну, сундук-то надо как-то тут взять, попробовать. Ну, окей. Как туда попасть? Так, надо в Боревиче узнать насчет ученой. Dude,
Норм такой клубешничек. Name your poison, friend. Well, looky here. Poon actually came through. Give him my thanks. Now, what can I do you for? Sure, coming up. This should frizzle your wiring, buddy. Rings a bell. There was a mid-boss who came here slumming every once in a while. She's not welcome here anymore, though. Couldn't keep her hands off the other clientele. Gave her two passes, but she struck out on the third. I bet you can find her at the Dirty Dive. They're less picky with their customers. Yeah, you know, when the uppers come down here to sample the forbidden fruit. Fucking tourists, if you ask me. Name says it all, doesn't it? This is your thing, friend. Кто такой Спайс? Бартендер. Прикольно. Так, ну мне пора сваливать. Где ты дайв? Где-то видел это. А, я там только что был, получается. Ну а вот, Dirty Dive. Ага. Пошли искать ученую. I'm Paolo, and you're lonely, I can tell. Buy me a kick? Stop. Это кто? Thanks, hon. That's sweet of you. And here we were having such a good time. Why bring up that bitch? Alright, so we used to go out for a while. She had dumped me like yesterday's trash when she started hanging out with the Quicks. Good riddance. AKA Blossom Hill. Fancy name for a sad fucking building. I hear the Quicks have the run of the place now. Not local, are you, hon? The Liquid Quicks? Pretty easy going unless you can't see what the hell she saw in them. Tense flatliner named Trenning is leading them these days. He'll know her for sure. Thanks for the kick. Okay. Блин, на побегушках. Куда сейчас-то меня гонят? Я вообще не вижу. На каком-то... О, ё-моё. Стоп. На каком уровне-то? Ёшки, матрешки. Корп зоне? Дети. Ну ладно. Сейчас хочу сундук поднять, если он, конечно, здесь. Вот сюда попасть я смогу. Грей,
Что это? О, чувак еще. Геймплей. Блин, 25 уровень. Вы что, издеваетесь? Кто такой Фауч? А, это владелец этого заведения. Так. Что, что понял? Опять пешком бежать, что ли? Ладно. Или в метро. Я так не играю. Опять бежать через всю зону. Нет, это херота какая-то. Нет, я хочу посмотреть, где я. Газ-стейшн какой-то. Что за дичь? Ну ладно, попробую. Газ-стейшн. Что, такси не ездят, что ли? Стрит, корп зон, короче. Блин, не доехать. Так, ладно, ну хоть выполнили еще одно задание. Когда уже, блин, пострелять можно будет? Заколебали. И на такси никуда не уехать. А, так давай сюда. На такси смотаемся. Golden
Sattery welcomes the test title round. Current Ultra Jackpot, indenture paid off in full. Так, где метро? На метро не дай, вот это может все сюда. Блин, а что нас в другое место тащит, я не понял. Ну вы что, издеваетесь, что ли? Blossom Hills. Я понятия не имею, где этот Blossom Hills находится. Черт, ну ладно. Это скучновато бегать не, если честно. Колебали. Ну ладно, скучно, да, скучно, зато может за... Блин, я тут, оказывается, еще не был, надо было разблокировать. Liquid Quicks, название банды. Окей, ну пошли, давайте мы турель взломаем. Чуваки, идите в жопу, я вас не звал. Чё они турель зафигачили меня? А я её вылечить никак не могу. Ой, это был гражданский, сорян. С этой бандой я еще не воевал. Баунти? Что вы с пауками сделаете, чуваки? Прикольно, даже турели не взорвались. Так, тут у меня пауки разряжены, походу, да?
куда двигаться-то? А, ладно. А что тут у нас? О, здесь есть сундуки, кстати, которые можно полутать. Только я не понял, где он. Зеленая зона. Вот сундучок. Так, можно даже сюда сунуться. Так, ладно, тут еще одно побочное задание. А, так, слушай. Liquid Quick воюет с Turbo Viper'ом. Turbo Gadyuki. Короче, надо зачистить здание. Да... Ужасная ситуация, да не вопрос. You're lucky that backstabbing broad owes me creds, or you'd be stripped for ogs and orgs by now. Why do you want to know? Lania has a penthouse in his very stack. Must have made premium creds on that little side business of hers. I'd go up there and sell things myself, but we got our hands full with those turbo. We had an arrangement. Now and then she'll need someone brought through the district without Corpsec being the wife, right? So we'd use the yeast containers. Normally they go to the Ponic farms, but the specials, no clue what happened after that. She still owes us for the last transport. I didn't ask, she didn't tell. Sentience is all I can tell you. You could hear them moan, don't fucking get me started. We're gonna flatline a lot of them if they don't back up. If you do find her, tell her the quicks don't forget. Так, отлично. Ну, Liquid Quick ведет вот этот чел. Нам от этого не легче. По той причине. 24-й. Туда вообще пока не добраться. 24-й уровень такой себе. Как я теперь буду бегать, искать, где живет? Клёвый совет. Будь либо паинькой, либо вообще мясом. Сундуки есть какие-нибудь здесь? А нифига нет никаких сундуков. А, ладно, мне туда идти. Ну, туда пойдем, туда. Blossom Hill, так, Blossom Hill. В Blossom Hill нет метро, кстати.
need my gun? Так, мне надо было взломать какой-нибудь магазинчик. Или аптеку. Есть здесь что-нибудь, а? Полечимся. Есть, но что мне с ним делать дальше? Уху-ху-ху-ху. Компоненты хотя бы возьмем. А если я не сломаю, да? Тяжелая защита. Блин, ни одной аптечки. Где же аптечки? А вот аптечки. Аптечки есть, но не те, что надо. Интересное кино. Ну ладно. Карты нету. Так, я понял. О, твою ж ты мать. Four, five V.
Laurel Lanier. That's her. Preliminary forensics analysis indicates she died recently. And messily. I will savor these images. I have a suggestion. Access the HAB surveillance system. It should have recorded what happened here. Maybe there's some graphic footage from my collection. The surveillance terminal should be accessible from somewhere on this floor. Что-то опоздали. Квартирка неплохая такая у нее. This habitation space was clearly decorated by a being with no aesthetic sense. The color combinations are corrupting my code. The corpse is a marked improvement. Ладно. О. Раковина есть. Прикольно. Дюк Нюкем Форевер, блин. Интересно, тот, кто грохнул. Security office. Окей. Так, CyberDeck Upgrade. И что я теперь могу делать? Блин, я могу взламывать сундуки уровня 3. Это хорошо. Но не могу двери уровня 3. Accessing surveillance footage. Oh, nice. Beautiful. Such clarity, Flesh. I am endlessly fascinated by seeing misplaced bodily fluids. Bracketing relevant sequence. And there you go. I saved a copy for my own enjoyment as well. Так это турбогадюки ее замочили. Chief Hayden is a prominent member of the Ascender Club. Why would they want Lanier dead? You must have arranged for those scientists to be brought to Hayden's ex-mat lab. We want you to go there and access the local mainframe for us. It should have the information we're after. Ну да, ну да. Вегнер. Фингаси тут. Квартирки. А что сюда вообще поперся? Разве, по-моему, ничего здесь не было. Кроме датападов. Нафиг. Все, уходим. Зато сундук третьего уровня мы можем взломать. Что за runner code? Ух ты, вот она. Ничего себе. Что-то броня какая-то вообще термоядерная. Куртка бегущего. Ну, по-моему, здоровье у нас стало поменьше, но... Деньги.
вот такие штаники. Должно быть покруче, я думаю. У меня клёвый прикид теперь. Куда идти? Раздав. Где раздав? Мне интересно, находится. Блин. Может на такси отсюда уехать, а? Нет, раздав тоже я не знаю даже где. Придется бежать ручками. Блин, рано или поздно мне надо будет повысить себе навыки все. Даже не знаю, куда тут топать. Так. А где я вообще? Варенс. Окей. Можно на Хай-стрит там проапгрейдить пушку. Thank you.
Откуда они здесь уже, гадюки, взялись? Карлан минометчик оказался здесь, ладно. А, так все-таки на хай-стрит все равно ехать. Ладно, там оружие. Совершенствуем. О, нет. Блин, нету, нету. Ничего, короче, не усовершенствуем, не хватает. Ладно. Сейчас пора валить. Да, у меня надо. Блин, у меня этот район не открыт. Прикольно. Ах ты ж, сука. Так, что-то я тут как-то... Фух, больновато. Черт, нет магазина, чтобы аптечку купить даже здесь. Он тут в прошлый раз уже захватывал вот вышки. Что, две пушки взорвали?
Тут еще жива. А это? Окей. Я думаю, нам надо, блин, навыки повысить немножко. Vital Signs, здоровье. Они какие-то слишком жирные. Вы что, издеваетесь надо мной? Блин, у меня граната не заряжена. Ну, может, тут что-то будет. Отлично, граната зарядилась. Самое время что-нибудь рвануть. Это был бронированный чувак, его надо было, ну, в принципе, я переключился на энергетическую штуку, так здоровье забрать. Все, граната заряжена, здоровье. Чё тут? Ой, опять, да за перебор, сколько можно, а? Чуваки, блин. Боже мой, да кто там такой с ми... С миниганом, что ли? Что-то я не уловил.
Блин, так у него миниганы. Ты чё, офигел, что ли? Меня чуть не разрезали. Что ж такое-то? Мне бы здоровье найти, ребят. Где аптечки есть какие-нибудь? Ладно, последняя попытка. И так, пушки целы. Ой, блин, горячо. Чё, магазинов тут нигде нет у нас? Вообще неэффективное оружие. Гранатомет, что ли? Твою ж мать. Ну скажите, что, блин, тут есть какой-нибудь магазин, автомат по продаже аптечек, а? Что ж такое-то?
Блин, это банкомат оказался. Чуваки, ну дайте что-нибудь пить пожрать, а? Hostile point. Не туда, нет, мне не туда. Игорь, привет, а что ты имеешь в виду? Просто потусить и взаимокомпанию, пообщаться, посмотреть стрим? Звучит прикольно, к тому же в течение дня у меня комп включен во время работы. А, слушай, я абсолютно не против, даже за... Ой. Я... Research Development район открыт. Я видел, как в эту игру в коопе играть в онлайне. Выглядит вообще прикольно. Так что если у тебя есть желание, можно будет состыковаться вечерком как-нибудь. Черт. Что-то я не в той форме подошел. И ни одного автомата с аптечкой. Ах ты ж падла. Свою винтовку. Что ж такое? По ним вообще что-нибудь попадает, а? Вот Женя толстожопая, а?
Мама родная. Можно попробовать, я тогда, мне еще сколько там осталось, сейчас еще минут 10 посижу, я отключаюсь, я отпишу тогда в директ тебе. Будь не против, тут сюжет все равно интересный, спойлерить я не буду. Мне будет, допустим, забавно тоже побегать в коопе. Так что, в принципе, идея неплохая, как мне кажется. Пистолет раньше. Понятно, штрашак. Все, договорились, я отпишу. Сейчас вот главное феерично отбросить копыта. Опять. Слушай, это бронированный или нет? Интересно. Что, мне взломать надо вас? А, окей. Что, они не взламываются? А что это не так, друг? Здесь они сломались. Блин, ну хоть бы это было здорово. Отлично. Хоть какое-то счастье. Корми. Блин. Идиот я. Thank you.
Дайбердеком, блядь, я шума. Что, не могу? О, зато банкоматы могу взломать. Это уже хорошо. Operative, altered plans. We want you to appropriate the entire lab for us. Seems it's the only way we'll get unrestricted access to the files we want. You know what to do. Locate the SI, jack in, and let our AGI work it over. Kira out. Ну вот. Как они это предлагают сделать? Да меня тут быстрее на части разберут сейчас. Closing in on your position. They brought some sort of mechanized support as well. We've sent backup, but they won't get there in time. Do not let those Ascenders imbeciles abort the imprint process. Издеваетесь надо мной, что ли? You have interfered enough. We are safeguarding the values of this company, and you are an interloper. It ends now. Team, passion, commitment, Ascenders for the Ascent Group. Это фанатики Ascent Group. Твою мать. Да вы что, издеваетесь надо мной? Понимать, куда бежать? Я заблудился. Что, издеваетесь надо мной, чуваки? Я застрял. Ну чё мне тут? Как-то это все выглядит стрёмно.
Так, ну время вышло. Ах ты ж, сука. Долго мы будем так с ней бегать друг за дружкой, а? И я застрял, блин. Конечно, управление тут такое себе, еще боговья не бывает. Да еще твою мать. Чем мне в нее стрелять, а? Ну-ка, энергетической штукой попробовать. Че, все, они ушли или еще она осталась тут у меня? Опа. Не, что-то мне это не нравится. Стоп. Илья, привет. Что там? Блять, это еще не та пушка. Что тут такое? Я тут сижу, потею. Вообще. Опа, больно будет. Сдохни, падла. Фу. И что это за чмо было? Инфлюенсер Селин. Твою ж мать. Mainframe access now possible. Well done, operative. We recall the backup team. Now get us a complete data dump from that mainframe and we'll call it a cycle. Охренеть. Короче, А чё за покет-мех? А, блин, был же покет-мех у меня был. Я думал, тут чё-то хорошее такое. Запчасти собрать здесь. Блин, еле чуть не окочурился. Нова. Да вот, из отпуска вернулся, надеюсь, успею пройти за недельку вот это счастье. Тут еще ребята приходили, завтра может в коопе побегаем, потому что я смотрел, как вот в эту игрушку играют совместно, там вдвоем, даже вчетвером можно, прикольно выглядит, хотим проверить. А ты про битву? Да честно не знаю, я чуть не задумывался. Но тут это в главной сюжетной линии
таких, ну, прикольные моменты. Периодически такие что-то вроде мини-боссов получается. Каждый выглядит как финалка, потому что так, ну, приходится попотеть. You are obviously far more capable than what your poor species baseline indicates. The complete XMAT lab data analysis will take some time, but we've already found something significant. It seems a scientist smuggled in by Onyx Void was shuttled through the lab to an unknown destination. They were all assigned to something called Project Menshen. Get on that holophone and we'll discuss next steps. Ну вот. Level up. Прикольно. И куда она меня тащит? Голофон. Good. Да без проблем. We are cross-referencing mention against all available data, but no hits. The omission is in fact so glaring it's obvious. Once you see it, the Ascenders have been purging all the data they can find. It is of paramount importance we learn exactly what Menshen is, so that we can locate and secure it for Y-Corp. All our assets will now be dedicated towards this single goal. Next, you must make contact with the Ascent Group board. This could prove quite impossible, considering the security systems protecting the boardroom. But we have exhausted all other options. Only by communicating with the board directly can we hope to uncover the final pieces of this puzzle. Out of our expendable assets, you have proven the most capable. So we trust you to complete this assignment as well. We will be providing what backup we can, but our AGI cannot help you with pinnacle access, as that might put it in direct conflict with the Ascent Group AGI. We want to avoid an intelligence cataclysm at all costs. Prepare accordingly, and then use all your resources to find a way to ascend. There is a pinnacle elevator connecting to this level. It's been marked for you. Ну, зато мы... Прикольно, прикольно. Илья, без проблем. Пингуй. Все равно за компом сижу, отвечу, если что. Так. Ну, судя по всему, это уже теоретически, как я спойлеры не смотрел, не знаю, но похоже, ты чуть прав, это совсем близко к концу, если меня уже отправляют наверх в аркологию, туда, на верхний пентхаус, чтобы достать последние данные. Level 20, так я впритык на 20 уровне. Вы чё? Блин, чуваки. А, лифт там. Все равно надо на хай-стрит попробовать такси вызвать. All ascenders selected for the latest round of user tests are to gather at their local branch office at once. Ну чё, я хоть что-нибудь тут усовершенствую. Hey, I gotta say, I'm fucking dying to know what happened to the board in the AGI. Like I told you before, AGI simply don't go silent like that. They're supposed to last through anything, maintain control when all else fails. And then Y-Corp comes out of nowhere with their own fucking AGI, starts grabbing assets connected to the Menshen project. They must have known something, right? I'm gonna keep listening in. На, не хватает, ничего не хватает. О, зато может вот это. Доминатор нафиг. Вот с этими пушками. Есть. Yes.
Ну ладно. Фига себе, 1000 ДПС. Круто. Энергетический уровень. Слушай, я в Дискорде ставил статус «Отстаньте», когда проект сдавал. Так, в принципе, всегда в этом. Ну, в любом случае, пинганул бы, и я бы ответил. Там, ну, с задержкой небольшой. Access denied. Emergency shutdown in effect. Override. Magenta clearance needed for override. Yes, yes. I'm cleared magenta and orange and teal and all the pretty colors. Now please, let me out. Biometrics confirmed as Grateful Abbot. Two-step authentication required. Rescan access form. That's what I've been trying to tell you. I lost my fob. Override! Override! Damn it! Access denied. Emergency shutdown in effect. I appreciate that you're only following your program. I do! But I'm really not the enemy here. Can't you just make an exception? This once. Were you hoping to go up? This friendly mech just kindly informed me that access to the top floor is restricted. It's doing an excellent job, isn't it? If I hadn't lost my fob, I'd be relaxing in my rinser already. Please disperse. Or face lethal repercussions. Last time I know I had it was back in the corpse zone. Could be that those friendly Rojan found it. Maybe I can burden you with asking them. They weren't very communicative when I was there. If you can get my fob back, I'll let you ascend with me. And that's a promise you can trust. The more I think about it, the more you feel like the potential silver lining here. How about it? Two. Замечательно. А, Илья, у меня диалог. Но самое прикольное, что падает трансляция с АБС-ки, при этом канал-то не лежит. Именно коннект до Твича ушлепается. Но, кстати, за сегодня первый раз такая. Но, кстати, когда на другой машине еще я стримил ДНДшечку, как бы я такого не замечал. Тут даже хз. Так, короче, у нас теперь новое задание. Для того, чтобы попасть в лифт и подняться на верхний уровень аркологии, нам надо в корп-зон сюда попасть. И у Роджинов, у местной банды, выбивать какой-то пропуск, который этот осовидный долбоящер просрал. Так, я думаю, на сегодня тогда уже, блин, по ощущениям 1-1. Who knows, блин.
Что-то меня уже подзадолбало сегодня. Так, я тогда, наверное, отключаюсь. Фиг знает. Так. Все. Хорошо. Так, Илья, я побежал. Ты в Discord отпиши мне тогда вопрос, какие есть. Я там, ну, даже если в офлайне я буду, сбрось, чтобы туда не потеряли. Все, завтра надеюсь хоть пройти тут еще пару миссий и до финала добраться. Но с таким подходом что-то тут сложность увеличивается, и без прохождения побочек это будет такое себе удовольствие. Ну вот. Все. Я погнал. Пока-пока.